Прием граждан в отдаленных районах Приморского края транспортная прокуратура проводит регулярно. Так, по графику 20 марта мобильная приемная работала в Пасьете. При личной встрече с заместителем дальневосточного прокурора Алексея Легезина у жителей поселка была возможность задать интересующие их вопросы. Вопросы, скажем так, самые основные для отдаленных регионов и районов – это дороги. В первую очередь всех жителей интересует вопрос дорог. Что касается сегодняшнего приема граждан, обращались в том числе отсутствие социальной инфраструктуры для населенного пункта Пасьет. Плюс ко всему, очень сильно жители волнуют вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Алексей Легезин ответил на все обращения, разъяснил положение действующего законодательства. По результатам приема каждая ситуация будет оценена должным образом. Мы транспортная прокуратура, наши вопросы это железнодорожный, воздушный, водный транспорт, в том числе таможенное законодательство. Что касается вопросов, то, что я привел пример, да, социальные какие-то моменты, либо жилищно-коммунальное хозяйство, мы будем направлять нашим коллегам, территориальным прокурором. С графиком выездных приемов можно ознакомиться на официальном сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры или позвонить в приемную ведомство. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.